Цирк на воде снова в Сочи. Коллектив, возглавляемый известным дрессировщиком Андреем Шевченко, привез на курорт обновленную технически сложную программу. Она состоит из оригинальных номеров, которые исполняют профессионалы высокого класса. На генеральной репетиции шоу побывал Алексей Логвинов. Сейчас в зрительном зале пустые кресла, но на арене кипит работа. Артисты вновь и вновь отрабатывают свои номера, чтобы публика с первых минут шоу погрузилась в фантастический мир аттракциона «Цирка на воде», где магический сплав музыки, хореографии и света создает необыкновенную атмосферу сказки с мистическими существами. Цирк на воде сразу поражает своим размахом. Ареной для выступления артистов стал уникальный бассейн, в котором помещается 200 тонн воды. Сложная система фонтанов придает особый колорит представлению. Коллектив создает их сам, пишет для них электронную музыку и учит воду летать. Шоу Андрея Шевченко единственное в своем роде. Зрители могут увидеть сразу акробатов, воздушных гимнастов, глотателей огня, арт-балет, артистов синхронного плавания и дрессированного морского льва. Только оборудование весит около 80 тонн. Шевченко-шоу входит в тройку лучших цирковых представлений России. Мы все-таки стараемся идти больше в ногу со временем и добавлять новшества того, чего не было вообще раньше в цирке, и то, что мы можем придумать, ну, опираясь на наш более чем 20-летний опыт. Мы хотим показать современный цирк в современной обработке с максимальным внедрением технологий, техники, эффектов. Премьера «Цирка на воде» 5 февраля. Сразу два представления в 13 и в 17 часов. Посещение цирка возможно только по QR-коду. Алексей Логвинов, Никита Якимов, Екатерина Шведова, Вести Сочи.